Всем доброе утро, друзья! Всем отличного солнечного настроения! Я себе приготовила уже кофе. По утрам я пью просто черный кофе, чуть-чуть сахара, могу немножко молока. Так, у меня здесь готовятся варенички. Посмотрите, какие красавчики, ленивые варенички творожные. Для меня и для моей доченьки Настюши. У нас сегодня солнце, такая классная погодка. Еся, Еля, а вы где? Сегодня что-то удивительно, собачки не прибежали. Еся, Еля. Привет, Елечка, прибежала одна Елечка. А, наверное, там пылесос работает, поэтому они боятся. И вот и Есечка прибежала поздороваться. Привет, девочки, привет, красавицы. Я им уже с утра налила водички, насыпала свежий кормик, да? Друзья, всем приветики. Мы пришли на пикник с Настюшкой. Смотрите, что мы взяли с собой. Ягодки. Короче, игра дубль. Очень сейчас классно для деток. Вот 4 года, ну, Настюшке еще 3, но вот от 4 лет супер игра. Это нам очень нравится. Мы играем дома, оно в жестяной баночке. Вот очень удобно с собой, кстати, брать на пикник. Настюшка тут сама собирала игрушечки. Потом взяли журнал такой с наклейками в джунгли. Музыкальную книжечку. Мамы и малыши. Настя, собачку. Настя, зачем ты этот взяла ремешок от халата? Пояс от халата. Мальчик какой-то ходит, все. Не отходит от нас. Так, здесь игрушечки, водяная игра вот такая, влажные салфетки, мама, водичка. Я взяла блокнот. Блокнот мне по работе. Здесь надо кое-что написать. Мальчик, ты с камнями можешь чуть-чуть отойти? Мальчик, ау. Здесь у нас, так, мы взяли с собой формочки для песка, также водичку для игры в песке. Рядом у нас здесь детская площадочка. Кстати, за детской площадкой у нас здесь детский садик. Там, вот, кстати, группа вышла гулять. Но мы сейчас летом не ходим в детский садик. Решили не ходить. Все-таки летом мы то там, то сям, то в деревню, то куда-то еще выезжаем, то на пикник. Тем более сейчас у нас участочек появился, есть место, куда выезжать. Рядышкомунок, маленький ушастый щенок. Кстати, друзья, мы с Настюшкой записываем, Настя, не раски, записываем стихи, песни. Мы с Настюшей учим, и посмотрите, какая Настюшка нарядная, красивая. Мы только что записывали песню. Это все вы можете посмотреть в Инстаграме на Настюшиной страничке. Baby Анастасия официал. Ссылочку я оставлю в описании. Настя там очень много песен поет, стихов рассказывает, да? Бусю?
Бусю! Так, ладно, а сейчас мы будем протирать нашим собачкам глазки, проводить им гигиену глаз, ушей, пшикать зубы. Кстати, это спрей для чистки зубов. Те, чьи собачки, друзья, чьи собачки не даются вам чистить зубы, вот, рекомендую. Это доктор Вик, белорусская. Наша, кстати, производитель, город Витебск. Папа наш с Витебской области. Папуля, приветик тебе. Так, первая кто у нас идет? Еля. Еля. Так, ну что, первая у нас Елечка. Вот, молодец. Глазки не бойся, нажимай. Ну, не сильно нажимай, так, чуть-чуть, чтобы вся грязюлька ушла. Вся грязюлька так уходит. Угу. Так, хорошо, дальше. Что у нас следующее? Что у нас следующее? Брать диск. Берем диск и, Елька, не уходи. И до ушей. Сиди, сейчас ушки почистим. Да, давай для ушей. Еля, я тебя ловлю. Тюбик закрутили. Покажи, какой у нас для ушей. Шоутэч. Мне очень нравится эта фирма. Вот такой вот у нас лосьончик для ушей. Это у нас производитель. Давай посмотрим, кто. Это у нас производитель Бельгия. Давай побольше. Вот так. Ушко наливаем. Еля! Ну, ты же должна быть красивой. Уши же тоже чистить надо. Кстати, один такой факт, друзья. Как вы знаете, если Еля, две собачки, и Еля, вот, пушистая, которая единственная любовь, она чистит Еси уши. Представляете? То есть она вылизывает ей одно ухо, второе. Я очень-очень много раз замечала. А Еся, которая гладкая, она еле не чистит уши, не вылизывает. А вот Елечка вылизывает. Все, ушки почистили. И осталось только в зубке. Елька, в зубке. Вот так, молодец. И второй раз давай. Не любят они это, да, ну зато зубки. Вот так, молодец. Все, вот прочистили зубки, да. Но, конечно, в идеале надо купить все-таки нам зубную пасту, зубную щетку для собак. Еся пришла? Да, в таком садике. Так, Есечка, давай, Настюша, ватный диск давай. Это наш кабачок, наш любимый кабачок. Да, кто сегодня так пищал? Кто сегодня так пищал? Вот куда я жить есть. Хорошо, давай ватный диск. Люблю этих собачек, они для меня как детки. Мои детки, так что я многодетная мама. Возьми там диск. А это что? А так. Это бомбочки. Бомбочки? Дай. Так, протираем глазки. Что этот лосьон мне нравится, он идет как и от слезных пятен, под глазами, под шерстью, и сам глаз можно протирать. И, друзья, кто-то мне в Инстаграме писал, что вот эти потеки под глазами, потеки, они всегда будут. Они будут. Всю полностью невозможно убрать эти потеки. Это естественное выделение из глаза. Я была на многих уже семинарах, и эти потеки – это в норме, и они всегда будут. У белых собак это очень-очень видно, и не только у чихуахуа. Есть много очень пород, вы можете наблюдать, у которых вот эти выделения есть. Да, на собак с черным окрасом, с рыжим окрасом это, конечно, не так видно. Так, все, протерли. Ушки. Ушки на макушке. Настя, а ты мне уже не помогаешь? Не помогаю. А что ты делаешь? Моюсь. Моешься? Да, я помылась. В
бассейне? Да, в речке я. В речке? Купаюсь. Да. Кися. Это я так отстряхиваюсь. Мама будет... Мам, давай пырскать зубы Еке. Я еле уже пырснула. А Естудия? Еле? Да. Ну. Кстати, Настя, ты можешь мне принести ватную палочку? Молодец, Еська. Кстати, вот, смотрите, прошлась ватной палочкой, видите? Вон, это я увидела грязь. Сейчас вторую хочу пройтись. Папа, иди сюда! Еська, куда Папа, ты? Папа, иди сюда! Папа! Настя, тише! Сергей, подойди. Еся, последнее ушко. Еся, пожалуйста, не царапай. Тише. Еля, успокойся. Это соседи ходят. Вторая палочка, друзья. Фу, все. Друзья, всем добрый вечер. Смотрите, куда мы приехали. Это хлебозавод, хлебный магазин, батона, свежая выпечка. Знаете, он находится здесь на улице. Ой, даже забыла, как эта улица называется. Здесь рядом улица вроде как Гурского или где. Там, кстати, продают свежую выпечку. И я, представляете, здесь рядом наш техникум, в котором я училась. Мы все время ходили от техникума вот сюда, покупали свежие круассаны, даже просто батон и кушали. Так, что-то все туда идут, наверное, магазин вон там. Тоже туда пойду. Не знаю, внутри можно поснимать или нет. Вот магазин горячих. Вот. И там вот техникум, где я училась. Техникум, Белорусский государственный техникум промышленности и строительных материалов. Да, я заканчивала 9 классов, техникум и институт. Так, заходим. Ведется видеонаблюдение. А, кстати, здесь помимо хлеба еще разные тортики. Ну что, вышла я с хлебзавода, взяла свежий батон. Ну, хлеб я не покупала, хотя там был очень-очень горячий, потому что у нас дома есть. За этот батон я отдала 1,34 рубля. Так, вон мои сидят.
Ку-ку! Дай мне пазу, папа, не дай! Папа не дает! А что он не дает? Мы купили Настюшке пазл с мультика «Котенок Гав». Да. Да, сейчас будем дома складывать. Настя, смотри, я взяла на хлебзаводе свежий-свежий батон на откуси. Я раньше вот так прям горбушку кусала. Ну как, вкусно? Сейчас дома будем собираться. Как мы тут соберем?